находимся сейчас в нашем магазине. Всем привет! Сегодня мы находимся в магазине в Канаде, точнее в супермаркете. И я вам покажу, как здесь все выглядит. Смотрите, какой вид такой. Вот мы в отделе курток. Это кофточки. Мы сейчас ходим, выбираем мне куртку. Да, потому что сейчас осень. И как бы становится все холоднее и холоднее. А у меня вот такая только тоненькая курточка. Если вы увидите какой-то логотип, то ни в коем случае не думайте, что это реклама. Я просто вам показываю сам магазин. Здесь есть мятное Орео, шоколадное, тут такие золотые. Еще есть что-то по типу Орео, но это другое. Посмотрите, какой огромный шоколад. Здесь все огромное, даже шоколад. Тут всякие желейки, мармеладки. Тут есть вот микс KitKat Oreo, KitKat карамель, хейзлнат, фундук, лесной орех. И посмотрите, здесь есть целый отдел для рукоделия. У нас это, конечно, тоже есть, но... все равно я еще в таком отделе никогда не была. Ага, смотрите, какие огромные крючки. Да, и спицы такие огромные. Смотрите, тут еще есть наборы для творчества. Я сейчас здесь выбираю, так как у меня воскресенье, мне надо идти на день рождения моей одноклассницы, и я не знаю, что ей выбрать. Я не знаю. В общем, мы взяли вот такие вот краски для футболки и саму футболку. Очки виртуальной реальности продаются в обычном супермаркете. Различные батончики. Здесь уже пошел кофе, разные чаи, какао. Смотрите, какие-то печеньки с вареньем и глазурью. Здесь вот есть специальные какао-напитки уже готовые. Знаменитый кленовый сироп. Вот смотрите, тут есть какая-то пицца попс. Закрытая пицца, я так понимаю. Здесь всякие заготовки для пиццы. Мятная пицца. А, мини-пицца, то есть. Вот, посмотрите, какое разнообразие замороженной еды. Каштаны. Вот сушеный инжир. Смотрите, KitKat Snacks. Вот киндер сюрприз. Я так понимаю, это киндер Макси. Смотрите, M&M's шоколад. Касса самообслуживания. Сам себе еду пробиваешь. Чек себе получаешь. Все прекрасно. Жизнь удалась. Жизнь хороша. Это робокасса, кстати. Когда пробиваешь, она сразу цену произносит. Тут даже камера есть. Ну все, вышла я из магазина со своей курткой. Сейчас садимся в машину.
Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, а также не забудьте ставить колокольчик, чтобы он вас оповещал о выходе новых видео. С вами была я, Алина, и пока!